ситуация с грибами. Представлено два аппарата МЗ-400Т, 3D-купор, и МДП-200, это дозатор. Сейчас перед вами мы разольем в различную тару и эту тару укупор. Ну, давайте приступим. Сейчас у нас налажено 50 мл. Всю тару разлили. Теперь переналадимся на 100 мл. Вся переналадка указана у вас в паспорте, который занимает буквально несколько секунд. Ничего сложного там нету. Скорость, естественно, все можно увеличить. Сейчас стоит на средней скорости. Высота, естественно, все меняется. Сейчас мы просто... Тару закатываем. Теперь... Покажу вам, как на другой тип размер. Впрочем, ничего сложного тоже. Вставляем бутылочку и поднимаем с помощью финта. Машина работает как в автоматическом, так и в полуавтоматическом режиме. Также у машины есть регулировка момента затяжки. То есть без проблем, если машины мало, момент затяжки, вы без проблем сможете его увеличить, и наоборот. У машины переходим в автоматический режим. Есть время закрутки и время, как бы, интервал между закрутками. Интервал, если я сделаю поболее. Теперь поменяем на другой флакончик. То есть переналадка. Проблем не занимает, времени тоже особо не занимает. Перейдем в ручной режим теперь. Полненький. Так. Что, может, с еще водой? Тогда заснимем? Полненький.